сейчас оборудовали строительный городок, мы его дооборудуем, приходит строительная техника, приступаем уже непосредственно к основным объектам строительства. Реконструкция улицы Чистяковой в Новой Трехгорке началась. Уже завозится техника. Рабочие готовы выйти на объект. В ближайшее время им предстоит провести подготовительные работы на первом участке будущей дороги. Это почти километр. Разбита реконструкция на два этапа. Треть удастся сделать работу в этом году. И до ноября следующего года будет закончена вся полностью реконструкция. Появятся и 4 полосы, появятся и тротуары, и пешеходные переходы, и светофорные объекты, и 6 остановочных пунктов. Реконструкция улицы Чистяковой под контролем не только главы округа, но и местных активистов, а также депутатов-единороссов. Ход работ будут регулярно обсуждать в штабе. Кроме того, на объекте установят видеонаблюдение. Благодаря этому жители в любой момент смогут посмотреть, как трудятся дорожники. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».